Ну чё, как многие уже успели понять, это новый видос. Спустя всего лишь там, пару месяцев. Ну ладно, не суть. Короче, у нас уже вовсю жара. У нас жаркая весна, начиная с начала мая, где-то у нас вообще погода зачёт. Сейчас, короче, прям по делам. Параллельно записываю для вас что-то. Не знаю, что из этого получится. Пробую, экспериментирую и так далее. Пока, мой любимый кореш Дима. Дима, если ты смотришь, я тебя жду. Просто жду вообще. Не в первый раз такое. Пока, короче, он едет в гараж, куда я приехал. Есть время рассказать немного вообще про Приору, про то, что она из себя представляет и так далее. Ну ведь кто вам еще расскажет так про машину, кроме человека, который на ней ездит? А я езжу уже на ней. Бля, ну где-то с февраля месяца, короче. Да, где-то в начале февраля я ее купил, и уже вот конец мая, и я на ней езжу уже порядком 6 тысяч, что-то такое, короче. Вот, ну есть варик рассказать, в принципе, что да как она из себя представляет. Рассказывать буду из позы вот такой. Не знаю, видно ее там на заднем плане, нет, но, короче, Приора 2008, что ли, год, по-моему, да. Почему так всегда? Вот смотрите просто, он едет сзади и пылит, хочет мне испортить все. Говнюк на Мерседесе. Ладно, будем на солнце снимать, ничего страшного. Короче, пепелац неизвестного года. То ли 9-й, то ли 8-й. Сейчас даже при вас посмотрю, просто я такие вещи не сильно запоминаю. Там ни хрена не видно для вас. Короче, стекла 8. И все они, кстати, в круг один, все они в круг родные, короче, все 8-го года. Пепелац 8-го года прибыл к нам из Татарстана. Для тех, кто там спрашивал, типа, ну, ездил сам, не сам. Нет, конечно же, не сам. Просто я в объявлениях ее нашел, и, ну, типа, чё, нет, поеду посмотрю. А там уже чувак мне рассказал такую, как обычно, четкую историю про то, блядь, откуда она, каким образом она попала там. Вообще такая история, но мне кажется, он тупо перекуп. Ну, потому что иначе никак. У нас по Пскове, по-моему, сейчас каждый второй вообще, кто как-то с машинами связан, он перекуп, потому что, я не знаю, ну все этим заниматься стали. Ну ладно, что. Я бы тоже занимался, если бы у меня был стартовый капитал хороший. И не был бы я таким ленивым. Ну, типа, по комплектации, что про нее рассказывать, да? Это типа люкс вообще, по факту. То есть, наверное, в 8-9 году это люкс был. То есть, у нее там вплоть до парктроников задних. Кстати, и кондюк есть, причем кондюк рабочий, на удивление, я вот тут в жару его включал. Единственное, когда кондей, короче, врубаешь, такое ощущение, что у тебя не 1.6, который, кстати, прошу заметить, и так ни хрена не едет, на мой взгляд. Это вообще чисто сугубо мое мнение, объясню, что как позже. Так, короче, кондюк включаешь, и все, и вообще такое ощущение, что у тебя от девятки 1.3 вот этот, ну или я не знаю, от шахи 1.3, ну вообще тяга пропадает вся просто по факту. Но зато едешь с кондеем, зато тебе прохладно, когда все там сидят парятся там в тазах, идут на улице, сидят в автобусе, ты сидишь такой просто в Приора с кондеем, кайф. Тут, короче, последствия небольшие татарстанской или уже не татарстанской. Я не знаю, какой, короче, там эксплуатации, не суть. Берем, короче, да, вот смотрим, тут руль у нас, дверь водительская, стойка водительская, вверх, 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 вверх. Опа, опа. А ты это что такое? А что это такое? А знаете, что это такое? Вот хрен додумаетесь, когда... Это динамик парктроника. То есть, как мне объяснил чувак, короче, который мне ее продавал. Он говорит, ну слушай, короче, динамик парктроника стоял сзади за колонкой. Ну музыку он поднавалил, короче. Кстати, музыка причем вообще тут ни хрена не играет. Я не знаю, что он поднаваливал. Но там провода от саба остались. То есть, как вариант, у него саб, может, стоял. Красава, да. Хотя бы что-то. У меня саба нет на данный момент. Ну не суть. Короче, он говорит, не слышно этот динамик. Вот вообще, хоть и басыс, не слышно. Хрен с ним, пусть так. Говно вопрос. В комплекте с Приорой, естественно, мне достались что? Мне достались статусы. Прошу заметить, причем они... сейчас сфокусится, наверное, я думаю. Но они кривые, вот, ну, видите, вот это вот состояние диска. То есть бордюрка, они все кривые, все восьмерка. Я когда на шиномонтаж приезжаю, мужики вообще просто в шоке говорят, давай мы тебе их прокатаем, ну, там, заварим, прокатаем или на помойку их выкинем. Я говорю, не надо, спасибо, мужики. Вот, резина вообще просто, ну, это что-то с чем-то. Это у нас что? Это у нас Кама?
217-я. Но это причем один баллон Кама, а остальные баллоны у нас, сейчас скажу, какие. Кстати, кто шарит там в приорах, кто там приоры-мастер, я так до сих пор, ну, то есть мне проще почитать в комментах, что вы напишете, чем гуглить чего-то. Вот это вот нанотехнология, вот, ну, то есть подсветка, да, то есть в двери, в ноги. Вот эта нанотехнология, это с завода у них шла или это уже чисто колхоз кастом чей-то? Короче, один баллон Кама 217, остальные баллоны, три штуки, Континенталь, Конти Премиум, Контакт 2, но... в таком прекрасном состоянии. Ну, вам не видно сейчас будет, я думаю. Короче, она лысая, как есть вообще. Особенно вот этот баллон, он по бокам просто лысый. Я не знаю, как лысина Гоша Куценко, блядь. Это, ну, просто я представляю, как ее отжимали. И, в принципе, я понимаю, что вот эта вот резина, вот этот вот баллон, который лысый, он, скорее всего, стоял спереди. Вместе с баллоном Континенталя, который, короче, ну, теперь заменен Камой 217-й. Я просто представляю, как ее отжимали и как на ней шлифовали. Ну, блин, что поделаешь, ну это приора, ну как на ней иначе-то ездить, а? Ну я просто сам не понимаю. Спустя длительное ожидание я дождался. Вот она. Гляньте, какая пушка, а? 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 Ох, Гранта-то, а, хороша. Ну ладно, что, сейчас удивим его. Он меня нахер сразу посылает. Ладно, короче, пацаны, это Гранта, то есть, ну понимаете, да? Гляньте, гляньте. Ой, на фоне меня там красный, красный цвет вообще. Грязная тоже как есть. Че грязная такая, а? В попытках скрыть петушиный цвет. Нормальный цвет, не петушиный. У меня Калина примерно такого же была. Фары задние прикатаны. Поэтому твой батя и говорил, что мы с тобой два петуха. Неправда. Ну, короче, дождался я его, да? Заодно расскажу, короче, последний момент. О, еще не последний. Я еще найду, что рассказать-то по вот этому ведру, по серому точно. Сторона вот тут вся грязная, видите, да, забрызгана? Не мою не просто так, она вся из шпаклевки. Просто вот по вот этому вот риску, вот дверь полностью, она вся из шпакли вылеплена. Чуваки вообще кастом лепили как могли, ну, лишь бы ровная была. Плюс также по кузовным шуткам. Ну, тут капот просто, ну... Ну, я думаю, это будет видно. Он весь в сколах. Просто весь вообще. Просто напрочь. Ну, что, покраска только это и решит, и все. Ну, и колотое лобовое. Что, без этого никуда. Это тренд сезона. Лобовое с трещиной. Зато, кстати, родное. 2008 года. Ну, наверное, родное. Может, меняли татары, я не знаю. Пошел порядок. Ну, в принципе, неплохо, да? То есть, ты считаешь это порядок? Время споров, короче, и экспериментов. Сейчас у вас, короче, есть пара секунд, чтобы сказать, сколько 13-х колес влезет в багажник приора хэтчбэк, не складывая задние сиденья. Итак. Ага. Считаем. Запаску будем считать? Будем. Раз, два, три, четыре, пять, плюс запаска 6. Заебись, универсальный багажник. Ну, все влезло охуенно. Еще и закроется, да, наверное? А вот это говно только масло. Это не говно, это инструменты. Еще и закрылся. Вот ты его туда загрузи, а потом уже закрывай. Я для видео, блядь. Вот тогда будет универсальный багажник, а сейчас... Ну ладно. У нас сегодня металл-челлендж. Мы едем сдавать металл. Я загрузил целый багажник говняных колес старых, а Дмитрий загрузил себе всякого металлического говна. Я бы тебе сказал, что самый главный металлолом — это то, в котором ты сидишь. Ага, конечно. Вон этот красный твой, это главный металлолом. Хули. Погнали, металл два говна сдадим. Ага. По 7 тысяч получим, в принципе. Выгодно. Ладно, погнали, короче. По-русски. Да, да, да. Погнали, короче, попробуем сдать металл. Скажу, сколько денег это выйдет, поугараем вместе. Короче, хапнул я вообще дикий навар просто. Разбалансировал, короче, колеса за 250 рублей. И сдал их за 350, сотка навара. Ну, тут был чисто спортивный интерес, ладно. А, кстати, вот этот вот товарищ, вот этот вот тип, он, короче, сдал металла, нашел просто какого-то говна в гараже на 600 рублей. Это успех, я считаю. Короче, приехали на мойку. Теперь можно и помыться, короче, все нормально. Соточку заработал, можно и помыться на эту соточку. В первый раз за месяц намыл. Ну, почище будет.
Не знаю, видно на камере, нет, вот этот вот весь борт из шпаклевки. Но он на самом деле палится как надо. Четко, короче. Кривая, вся не в зазорах, но чистая. Да, Диман, давай в литру заедем. Давай. Еще вон литра сразу до левого поворота. О, левый поворот, нахуй, нормально. Нет, такой пиздец, что мы тут шутим. Кто шутит-то, нахуй? Не знаю, никто не шутит. Все-таки заехали в литру, короче. Уговорили. Литра, кстати, это наша местная пивнуха. Там всякая вот такая продается. Ну, квасец еще можно купить. Ну, квасец неинтересно в такой жаркий день, на самом деле. Хотя, не, если за рулем, то интересно. Вот. Вот, да. Так что, короче, день продолжается. В других красках. Ублюдки! Кстати, Гранту тоже намыли. Ну, мне лень выходить. Я потом сниму, Диман, да? Гранту? Да. Что ты ее помыл. Как шлюху? Ты ее помыл, наконец. Как думаете, будет бампер держаться или нет? Мне кажется, должен. А здесь вообще так наверняка. Здесь целых два самореза. Listen.